Жители микрорайонов Лесозавод, Новый поселок Мирный и улица Бандарная могут сделать прививку от коронавируса, не выезжая в городскую поликлинику. На базе Лесозаводского здравпункта открылся дополнительный пункт вакцинации. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Температура 36,5. Температура хорошая. Михаил Кузнецов сегодня один из первых пациентов дополнительного пункта вакцинации в новом поселке. Говорит, не ожидал, что так быстро удастся записаться на прививку. Я вот сегодня в город позвонил, они сказали, это как понедельник на 26-го. А потом они сказали, делается на заводе, а я же это живу уже здесь, как раз на Калмыкова. Они говорят, тогда хорошо, придите сегодня, меня сегодня это в этот же день и записали. Отсутствие очереди – один из плюсов таких прививочных пунктов. Вакцинацию жителей Лесозавода и приближенных микрорайонов проводит мобильная бригада. Она была сформирована на прошлой неделе. Вакцинируют двухкомпонентными эпивак-короной и гамковидваком. Хочу жить долго-долго, как мне 71, хочу до 100 дожить, даст Бог так. Записаться на прививку может любой желающий. Сделать это можно по единому номеру горячей линии 122, либо через регистратуру поликлиник на портале госуслуг и у своего участкового терапевта. Вакцинация против COVID-19 проводится лицам старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Противопоказания, да, в основном, как и любая прививка, это острые респираторные вирусные инфекции, ну, острые заболевания. Это может быть и трахеит, и бронхит, и пневмония. Да. Аллергические реакции, если были тяжелые, мы обязательно уточняем у своих пациентов, были ли у них ранее какие-то аллергические реакции. Ну, это вирус иммунодефицита человека является противопоказанием. Беременность и до 18 лет. Часы работы дополнительного пункта вакцинации при Лесозаводском здравпункте с 14 до 18. Добавлю, на сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 5000 жителей Ненецкого округа. Алина Ваучейская, Антон Водряков, телеканал «Север».